не помешаем? Здравствуйте, молодой человек. Чпок. Давай поменяемся местами. Не торопись. Зарядим тут и на раковую шейку, и на все. Давай. Мы тебя сейчас тут зарядим по полной программе. Дай мне удилище. Что-то появился там. Ага. Вот, он ползет. Он оторвался от дна чуть-чуть. Оторвался, да? От дна, он себя проявил сразу прям. То есть тут получается, что если он на самом дне, его не видно вообще. И вообще не видно. Если он хотя бы сантиметров на 20 оторвался. Да. Вот как только он оторвался от дна, ты его видишь. Ого, а это что? Это пузыри. Они поднимаются, поскольку идет прокрутка экрана, ну, то есть экран прокручивается. То есть они поднимаются не вертикально, а под 45 градусов. Нет, это я понимаю, как это пузыри со дна идут. Вот он, видишь, вот. Вижу. Ага, вот он выходит. Угу. Опа! Есть. Ты этот. Я подтяну. Первого на квок. Ух, ни хрена себе! Вот это ты! Ух ты, блин! Ни хрена себе, Саша, влупил! Дядь Валера докил, научил! Докил 6! На серединку нажмешь, Валер? Саша тут сейчас селфи будет делать. У-у-у. О, вот так вот прям будет. Ух ты, какой ты, блин! На, так. Сам посмотри. Дядя Валера у нас профессионал, он же тренер еще спиннинговой команды «Флагман». Да-да-да. Кто молодец? Дядя Валера молодец. Вот он молодец. Первый сом на квок. Ну вот как бы так. Охренеть. Ну теперь тренируйся сам. Это к вопросу о том, что мы поставили Саше сейчас хвост от рака на крючок, на нижний. Такой прям большой раковый хвост, шею рака. У него прям сразу была поклевка. Ну, возможно, это привлекло. Ну, наживляй теперь червей. Что теперь сделаешь? Ты знаешь как? Ты нацепляй не так. Ты нацепляй на нижний, а подцепляй хвостом за верхний. Чтобы у тебя пучок был более объемный. Ну, я скажу так, что мы не зря выплыли уже. Однозначно. Глубина большая, здесь почти 13. И там было 13, а клюнул на 7. А он выходит высоко сейчас. Ну а все-таки как ты думаешь, этот звук кого имитирует, вот квока именно? Сам я вообще пока в этом смысле не понимаю. То есть я читаю всех, кто трактует как-то. Думаю, ну, может быть так. А хрен его знает как. Я же практик, а не теоретик. Я вот вижу, что вот он падал вниз, я квокнул. Он пошел наверх. Тут получается а два. Почему? Правильно? Понимаешь, да, это нет, это разные, да, объекты. Разные объекты, да, конечно. С этим гребаным кевларовым поводком что у меня происходит? Ну вот, видишь, смотри. Вот, обычный кевларовый поводок. Он сразу же закручивается, загрузил. Просто все это херь собачья. Попробуй покрутить. Не то. Саш, дай, не, я тебе покажу. Смотри, принцип. Тебе главное, это вот движение назад. Смотри, вот. Он должен быть максимально резкий. Ты должен его выталкивать. Вот, угу. Выталкивать из воды. Не вводить в воду, а выталкивать его. Вот, все, молодец. Умница, мальчик. Дальше поедешь сам, а я все переделаю. Кто-то поднимается, Валер. Поднимается. Не чисти, паузы делай. Не торопись. Видишь, его когда-то привлекаю, а когда-то нет, вот ушел. Ну, я говорю, паузы делай. Заплясал. Он у тебя там это, охренел от этой какофонии. Опа! Есть, Валер! То есть ты сам его выкручил, да? Да, давай, подсак, Валер. Ученики превосходят учителей. О, блин, да ты что творишь? На свечку вышел!
первый раз квочу, как бы... Это к вопросу о том, что не надо бояться начинать квочить. Человек первый раз квок в руки взял, плюхал здесь, плюхал. У меня все очки мокрые от его плюханий. При этом он себе наквочил сомика. Хоть и небольшого, но наквочил. Ты же наквочил его сам. Ну... Я же не брал здесь в руки квок, согласись. Ну ты же мне... говорил, что делать, как квочить, какой должен быть звук. Вот. Я просто немножко постарался. Но без тебя бы. Я думаю. Ну, сам себе наквочил. Ну что, молодец. Хорошо, когда есть кому объяснить, вот прям на месте. Ага, вот результат. Да, небольшой. Он небольшой. Да, но все-таки есть. Но, собственно, вымученный. Да. Кто молодец? Валера, ты, молодец. Ты молодец. Заводи мотор, сейчас поедем тестя моего забирать. Вон он, стоит на пляже, на нас смотрит. Запрыгивайте. Давайте. На-ка, аккуратненько. Ага. Ну вот Саша двух. Причем второго мелкого он сам наквочил себе. Так что не обессудьте, еще где-нибудь с полчасика поквочим. Давай. Кто это у нас в гостях? На таран идут, что ли? Здравствуйте. Так, что за несанкционированные выловы самов? Не переживай. Нет, чтобы вас не пробить. Вот, привет, Валерий. Привет. Слава, помнишь, мы встречались в рыбалке? Да помним. В Вайпере, там, группа, помню. Этот клуб гидроциклистов. Привет. Привет, ребята. Всем привет. Подписывайтесь на Гидрик-36. Да. Да, это подписка дорогая. Да, правильно. Вот такая дорогая. А я проезжаю, смотрю, ворота открыты, свет горит, думаю, где-то самбал. Ну да, а мы тут это вот. Мы Сашу тут обучаем квочить. Отлично. Сашка двух поймал уже сегодня. Да. Вон он идет. Вот. Ну давай, удачи. Отпишись мне тогда просто где-нибудь. Да, я напишу тебе, Вань. Поймал. Он не поднимает. Я видел, что поднимался. Отпустил метр шнура. Ну вот, я же говорю. Вот что значит рука под... Удилище под цак, квоком подсак. Стоит. Подсак, Валер. Алексеич, дайте ему подсак, а. А зачем? Не знаю. Что, руками не можем взять? Так, Саша. Да, дядь Валера жесткий профессионал. Ой, цоцан полимая. Это он попал, когда он клевать начал. Не знаю. Я ехал к дядь Валере, говорю, дядь Валер, надо обязательно поймать самов. Не просто повезло, а тебе очень крупно повезло. Он трех уже поймал. Я еще ни одного не поймал, он уже трех поймал. Очень крупно повезло. Ну ты неправильно. Даже фотографироваться не умеет, да? Вперед, сама. Нормальный, так хорошо. Вперед, он станет в два раза больше. О! Отлично, вообще просто красавчик. Все тебе дали, удилище дали, блин. Привезли туда, где клюет рыба. Да я думаю, что мы уже, наверное, может, сейчас домой поплывем. Ну не буду. Мне достаточно. Ну, в смысле. Время уже 8:30. Ага. Вот. О, видишь, как идут? Вижу. Их видишь, два. Как идут? Их два там, Валер. Так, я не знаю, видно нас или нет, но мы поедем ужинать. Саша поймал трех, я не поймал ничего. Я тоже не поймал. Алексеич тоже ничего не поймал, потому что только приехал. Вот, я экспериментировал сегодня с разными поводками, но мои эксперименты сегодня не привели ни к чему, к сожалению. А за сим, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все, что хотите. Мы погнали ужинать. А крестики-нолики ставить и можно? Крестики-нолики можно ставить. Пока. Вот ты наловил. Так, держи-ка. 5.5. Пойдем. Еся, и ты ужинать.